Европе эта игра вышла под названием Akimbo Kung Fu Hero. У нас зовется Akimbo Маленький Воин. Смысл в целом улавливается. Главный герой и юный мастер восточных единоборств крошит сотни врагов в типичной платформенной аркаде. Вам придется много бегать, прыгать и цепляться за выступы. Ничего такого, чего бы вы не видели в десятках подобных игр. Правда, я сказал про десяток подобных игр и задумался. Ведь на PC подобных аркад совсем немного, а Akimbo Маленький Воин не из самых худших. Симпатичная мультяшная графика должна заинтересовать детей и младших школьников, для которых и делалась эта игра.